Друзья, всем здорово, всем привет, с вами канал Охотничий Простор, это Меча, Саня и Виталя, вас приветствуем. Значит, в предыдущих сериях вы видели отстрелы из нержавейки, таких устройств, как 0.25, 0.5 и 0.75 сужений, и настала очередь единички. Она у нас уже вкручена в ствол. Ружье газоотводный полуавтомат МР-155, 710 ствол, плюс 4 сантиметра, ствол становится 750. Значит, висят три мишени на дистанции 37 метров. Ну и давайте пройдемся по патронам. Значит, шестерка Chase, 32 грамма, левая мишень. Контейнере. Дальше, значит, у нас будет пятерочка Азот, русский охотник, бесконтейнерная. И искра, а нет, не искра, извиняюсь, главпатрон Био для охоты, четверка, старый патрон, где-то 2005 года. Так, вставляем четверку, вставляем пятерку. 6-5-4. Погнали. Готов? Давай, Сань. Сейзон, вечная беда. Пятерочка, русский охотник. И пятерка хорошо отработали. Вот почему-то беда. Это Чейз, Рекорд и Калашников. Все, погнали. Считаю результаты идеальными. Значит, шестерочка Чейза, пятерочка Био, русский охотник. И четверка, био-главпатрон, тоже старый боеприпас. Отмечаем, включаемся. Сужение единичка, шестерка, контейнерная Chase, 215 штук, 32 грамма. Пятерочка, Азот, русский охотник, без контейнера, но у нас вообще показал 100% результат, 200 дробинок с 200. Эту мишень я повешу на стену дома. Это бомба. И что это у нас, троечка, да, была? Да. Троечка. 36 грамм, искра премиум, 157 попаданий. Смотрите, оценивайте, мне по кайфу. Перевешиваем мишени и отстреливаем следующие три номера. По ошибке сказал, что последняя мишень это была тройка, оказывается это была четверка. Главпатрон био для охоты, точно. Вот тройка пойдет сейчас. Искра премиум 36 грамм. Так, 3 нуля еще будет. Самокрутный патрон, значит, капсуль CX 2000, гильза азотовская, новая под закрутку. Значит, порох Сунар, вот, пыш ДВП, пыш войлок и 3 нуля. И, значит, будет еще 0 искра. Не знаю, в контейнере нет. Вроде как да, в контейнере. Все, погнали. Стреляем, тройка, 36 грамм. Готов? Давай, Сань.
дальше. Так, 0. И 3 нуля. Угу. Куда что отлетело, не видел? Под ногами. И вон туда, в кусты справа. И сюда еще, да? В самую даль куда-то, да. Ладно. Погнали к мишеням, посмотрим. Так, значит, 1, 0 и 3 нуля. Ноль, он вот он получился, кружок. 3 нуля самокруг тоже покажу. Сейчас все отмечу и включимся. Так, тройка, да? Ты снимаешь? Да, что-то? Конечно. А, ну, снимай. Так, ну. Так, 0,67 штук. И 3 нуля самокрут. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 штук. Смотрите, ребята, результаты. Оценивайте. Все 4 нержавейки мы отстреляли, которые были тестовые. Теперь хочу послушать ваше мнение комментариях. Будем рады почитать с Виталькой, напрасны ли были наши труды или нет. За труды лучшая будет от вас благодарность для нас. Значит, это лайк и подписка на канал. Также написать комментарий, нам будет приятно. Да, я уже об этом сказал. В описании под видео, значит, будет ссылочка на нашу группу ВКонтакте, Телеграм, Яндекс.Дзен, наш канал. Подписываемся, потому что будет с Ютубом, неизвестно. Если кому-то полезна и интересна наша работа, значит, при закрытии Ютуб канала все ролики будут выпускаться туда. Они все там дублируются. Так что можете также зайти и подписаться. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.